Для кого упакованная женщина являлась бы отягчающим обстоятельством? А я рискну предположить, что она еще и как-то несла себя так, ну, с гордостью, да, потому что, как правило, если у нее сумочка Hermes там или что-то еще, и она такая при этом, знаешь, такая... То есть, ну, вряд ли, то есть там же еще и подача, да, то есть это лицо, это вот это, как она себя несет. Как это мешает вам, ну, почему это влияет на ваше ощущение там какого-то спокойствия, что-то еще, как вы думаете? Это классная, может быть, она... Я думаю, Володь, это страх присутствует у людей. Страх того, что человек боится оказаться несостоятельным в данном случае. Да нет другой причины. Несостоятельный — это как понять? А, ну, это же мы не про деньги. Да, по отношению к себе, она как-то сравнивает, когда там говорит, она такая, там вся упакованная, это такой нищеброд, типа. Ну, какие-то страхи. Не, почему нищеброд? А если, смотри, я, допустим, достаточно зарабатываю, не обязательно я кто-то другой, да, но, например, я эти деньги коплю на, например, на квартиру, потому что мне негде жить. Или там, например, вкладываю в какой-то бизнес, который, по моему какому-то ожиданию, может, мне когда-то принесет деньги. А сейчас я хожу там в футболке из Зары. Как это тогда получается, что? Это не коррелирует. Тебе на этот момент на Заре ты прекрасно знаешь. Ты можешь любому человеку... А ты не можешь себе классные часы за 300 тысяч купить, что ли? А мне нахер. Ну, я просто говорю, если ты захочешь. Или сумочку Hermes, там, я не знаю. Только мужскую. Есть там барсетка Hermes? Сколько это не возбуждает? У меня хорошая сумочка. Ну, я просто к чему, что когда люди говорят, что у нее там какие-то шмотки, а что мешает пойти купить какие-то шмотки? Ну, если бы для вас это было прям приоритет, ну, вот стопудово, вы бы их себе купили. Ну, вы пошли бы в кредит, я не знаю, там, оделись на кредит. Ну, вы бы все равно это сделали. То есть, смотрите, получается, вот вы еще кто поднял руки, как она меняет это, ну... общение с ней, вот ее какая-то упаковка. Здорово, это Шамшурин, всем мир. Опять же, ребят, в этом видео тема стара, как сама жизнь, это вот эти статусные, пафосные женщины, да, и это опять же будет о ваших ценностях, о вашем мировоззрении, и по сути дело-то даже не в деньгах, которые есть у этих женщин, а у кого-то из вас их нет, а в том, как они себя ведут, то есть дело в их поведении. И дело вот в этих аттрактантах, каких-то там тачках, сумочках и прочей вот этой дорогой херне. И давай задумаемся о том, что если бы они, по сути, вели себя скромно, тихо, прилично, покорно и мило, то тебя бы вообще не волновало, что они какие-то статусные, пафосные и так далее. То есть ты бы с ними общался совершенно спокойно и комфортно. А такое их поведение, которое тебя пугает, оно... говорит только о том, что они являются ходячими мешками с проблемами, со своими проблемами. И ни о чем другом более. Ты здесь ни при чем. Проблема в том, что когда они себя так ведут, ты начинаешь оправдывать это тем, что у них есть наличие денег. То есть получается, по такой логике, давай только честно спроси себя, значит, когда у тебя будут деньги, если будут, значит, ты будешь вести себя точно так же, и получается, что ты такое же говно, потому что, получив деньги, начинаешь выпендриваться, унижать персонал и вести себя по-свински. Так, что ли? И все это вместо того, чтобы просто воспринять поведение вот этих вот пафосно ведущих себя женщин как болезнь, как пожалеть их даже, может быть, а не пугаться этого поведения. Плюс еще один важный момент, что никакого поведения часто еще и вы не успеваете увидеть, да, то есть ты, видя красивую какую-то девушку, которая себя гордо несет с таким статусным пафосным лицом, как ты думаешь, ты уже себе нарисовал в голове какие-то возможные схемы того, как она будет тебе отвечать. С чего это? Она еще слова тебе не сказала. Все снова, как обычно, скатывается к твоим нездоровым ценностям и мировоззрению. Может быть такое, что если есть какие-то пафосные люди, которые выпендриваются, там, кичатся чем-то. То есть по этой логике, если будет идти бабушка, ну, бабушка, бедная какая-то несчастная старушка, то эти люди, получается, не помогут ей, они будут только смеяться над ней, там, глумиться и издеваться над ней. То есть перед такими людьми, если ты считаешь их каким-то классовым врагом, которые будут смеяться и издеваться над бабушкой, тебе в чем-то становится стрёмно или что, я что-то не понял. И еще момент, а с чего вообще ты решил или там кто-то еще решил, что вот люди, у которых есть деньги, они обязательно злые, там какие-то пафосные и так далее. То есть я больше чем уверен, что половина вот этого вот бомонда, ну с тех же Патриков, они вполне себе при этом могли бы помочь какой-то нуждающейся бабушке. Не такие уж они плохие. По сути это не имеет значения, равно так и как и не влияет на качество человека, на его характер, на его общение, его шмотки, бирюльки и прочие аттрактанты. То есть не надо связывать
вот это все блестящее с какими-то качествами человека. В этом основная ошибка. И не надо связывать его какое-то гордое лицо с тем, как он дальше, ну я имею в виду женщину, будет с тобой общаться. Многие из нас просто больны нездоровыми коммерческими ценностями. По сути, кто в этом виноват? Да ну не мы сами, мы это не выбирали. Мы живем в такие времена, в такую эпоху, когда нам навязало общество вот такие вот вещи, что... То есть, кто богатый, тот и молодец, а кто не богатый, тот не молодец. Это все совершенно не так. И если мы берем мой тренинг «Практика», то именно на ценностях и мировоззрении мы делаем очень большой акцент. Потому что здесь есть две цели. Конечная цель – это найти себе хорошую жену, жениться. А промежуточная цель – это секс, ну и то, чего там тебе сейчас не хватает с женщинами. И если для промежуточной цели, по сути, твои ценности и мировоззрение не важно, ну как бы тебя можно научить получать женщин таких, как ты захочешь, в таких количествах, каких ты хочешь, то для конечной последующей цели это очень и очень важно. И как я уже 100 раз говорил, мой тренинг «Практика», он совершенно не про пикап, он уже давно вышел за эти рамки. Как эти ценности могут у тебя поменяться, ну или если ты, можешь ли ты хотя бы усомниться в том, что они у тебя правильные? Все очень просто. Никак, если твое окружение сейчас такое же, как ты сам, и если оно вообще у тебя есть. А здесь, на практике, ты попадешь в окружение людей, которые откроют тебе глаза на другие вещи. Они тебе покажут, то есть я и мои коллеги, и плюс те, кто уже в чате, кто прошел этот тренинг, эта тусовка. Эти люди показывают тебе другой взгляд на те вещи, к которым ты раньше относился именно вот так вот однобоко. И тебе этот взгляд однозначно понравится. И поверь мне, прежде чем ты будешь смотреть отрывок этого разбора из нашего тренинга, у тебя уже сейчас есть абсолютно все, чтобы получить, понравиться, завоевать, чтобы рядом с тобой была самая лучшая женщина. У тебя уже сейчас все есть. С 6 по 9 октября я жду тебя на своем тренинге «Практика» в Москве. Бронируй места заранее. При раннем бронировании стоимость чуть ниже, чем ближе к тренингу. А сейчас смотри. Вот вы еще, кто поднял руки, как она меняет это, ну, общение с ней, вот ее какая-то упаковка? Это скорее свое самоощущение. Самоощущение чего? Ну, у меня лично, да, расскажу вчерашнюю историю. То есть вот после практики горлом, когда как-то в себя поверил, но она планочку поднять, поехали на Патрике, ну, сейчас. И вот в этот момент, когда я там нахожусь, я понимаю, что свой уровень, насколько, ну это вот мое ощущение, насколько я не соответствую вообще. Вот, уровню чего? Вот уровню жизни, уровню вообще одежды, да, людей, вот этого статуса. А ты хочешь, то есть, да, как бы мечта всей твоей жизни, это соответствует уровню одежды? Нет, это мое. А если там одни пидоры будут, короче? Всю самооценки я. Ну, я сейчас пытаюсь просто, как бы, а при чем есть твоя самооценка и чьи-то шмотки? Ощущения. Ну, это, кстати, мы не просто так сказали про Патрики, потому что особенно для приезжих ребят Патрики – это какая-то ярмарка тщеславия, где тут какая-нибудь ламба пыхтит в пробке, там, вот так вот высунувшимся оттуда. Вот, ну, сука, как еще дальше-то высунуться? Чуваком? Вот с таким вот каким-нибудь, знаешь, с старпером, то есть прям вот там из них аж прям выпирает вот это все. Ну, как бы, а тебе не, ты не думал, что в этот момент это, наоборот, смешно смотрится? Знаешь, оно может быть и смешно, но почему меня этого нет, допустим, да? А когда это у тебя будет, как бы ты уверен, что ты, ну, придя туда, у тебя какие-то другие результаты будут? Скорее всего, нет. Но на данный момент, вот в моменте я... У тебя этого нет по в силу там огромного количества причин. А у них нет чего-то другого, что есть у тебя. Почему ты про это не думаешь? Нет, я вопрос, не знаю, ты когда смотришь хороший фильм, и он тебе понравился, ты не считаешь себя ничтожеством, что это не ты снял? Да, там, или что там любовь. Или там что там? Там мужчина живет, там у моря, или что? Ну или ты увидел красивую картину, тебе понравилось, тоже, блядь, какой я говно, почему не я это написал, почему это кто-то другой? Ну это к вопросу, наверное, моих уже ценностей, и деньги пока еще приняли. А еще я понимаю, что вот не, я не достаточно. Нет, почему ты не испытываешь после просмотра хорошего фильма, ну, плохие, как сказать, ощущения, что ну, кто-то, это же какой-то режиссер все выдумал, все сделал, а это не ты сделал. Испытываешь или нет? Нет. А здесь? А когда ты смотришь сериал «Хюррем», вот это там, «Мустафа Заде», там что-то, я тоже не смотрю, я говорю, там что-то, «Халфа-куафа», там у чувака там 600, там, или сколько, 300 женщин, там все королевство, что-то, нет чувства вот этого ЧСМ, типа, что такое, я живу на Выхино, а у него там гарем.
именно вот вместе, в этом моменте, да, ощущение, то есть вот, вот это вот несоответствие, я понимаю, что и вот идут навстречу, я рот открыл просто. А те, кто все-таки рот открыл там, они поняли, что ничего другого, ну, то есть ничего сверхъестественного в ответ не было? Нет. Кто-то столкнулся с тем, что там такая же нормальная реакция обычная, как и... Не очень нормальная. Ну как не нормальная, просто... Нет, реакция но... чуть-чуть отличалась на самом деле. Немножко. Это она в твоей башке отличалась, потому что если ты подошел к 10 там и с 10 общался, так же, как и с 10 на Манежке, не знаю, или в каком-то баре местечко в районе, была бы точно такая же статистика. Просто ты там себя чувствуешь легче, с одной стороны. То есть получается, что и это влияет на конверсию. И те девушки, они как бы, как сказать, тут они по-другому себя ведут. Тут они пришли, они и так зазнаются, да, они тут пришли еще, мне же надо вообще самого лучшего, не впупенного найти. Они, то есть получается, они со своей стороны больше зазнаются, а ты со своей стороны здесь себя херовее ощущаешь. Как бы вот только это и влияет. Просто хорошие были реакции? Были. От пафосных и статусных. Да, спасибо, но были такие, здорово. А кроме привет, комплимент, здорово, да? Ну, то есть я слышал вот такое, здорово, ну, то есть, и прошла мимо с... Она же как статусная, пафосная. Ну, это моя. А ты телефоны, кто-нибудь телефоны спрашивал на Патрика? Почему? Давали телефоны? Давали. На Патрика? Один телефон взял. Точнее, два. Это чудо какое-то произошло? Может, там патриарх до этого проехал просто, осветил, сказал Руслан, там, да-да-да-да-да.